Команда КВН. Нравится нам, когда мы голые поем, уходим, чем нам дышим и заводим. Нравится нам, что Юрмала нам рада тоже здесь все вспомнить поможет любимый рижский бальзам. Прям реально себя сейчас ощущаю Аллой Пугачевой. Одна сильная женщина столько мужиков на сцену вытащила. Ребята, поймите, мы с вами уникальная команда. Мы выигрывали золотых кивинов при всех российских президентах. Первого мы выиграли при Ельцине, второго при Путине. И сегодня, может быть, у нас последняя возможность выиграть что-то при Медведеве. Именно, именно. Поэтому сам Бог велел нам получить сегодня птичку. В смысле? Ну мы же татары. Ну? Нам свинину нельзя, а птичку можно. Ребята, здорово! Слушайте, как я рад вас всех видеть. Катюша, 6 лет прошло, а ты нисколько не изменилась. Серьезно? Ну что, пойдем? Так, никуда я с тобой не пойду. А нет, изменилась. Ребята, давайте покажем тех татар, которых здесь привыкли видеть. Они вернулись. Матрица снова повсюду. Смотрите, на сцене вновь избранные. Вот посмотрите, что бывает, когда несвежие люди показывают несвежие фильмы. Дорогие друзья, в зале есть врач? Посмотрите, какая Латвия все-таки успешная страна, а? Здесь врач может позволить себе билет на КВН за 200 лат. Ну, человеку-то надо как-то помочь, надо позвонить в скорую. Помогите кто-нибудь. Ой, спасибо большое, ребята. 52-23-46. Алло, алло, скорая? Так, стоп! Ребят, спасибо большое. Катюш, не нужно скорую, иди сюда. Это же музыкальный фестиваль. Музыкальный подарок. Друзья, я спою для вас добрую песню. Жил да был бродобрей, на земле не найти добрей. Днем он стриг брил и мыл зверей, а ночами грабил банки, продавал Ивану танки, торговал на трассе танькой и насиловал людей. Его взяли прошлым летом, розы истрился... Здравствуйте, латышская полиция! Вы знаете, а я сразу поняла, что вы латышская, а не российская полиция. А как вы это поняли? А вы поздоровались. Урмас, Урмас, прием, это Валдис, прием! Валдис, что случилось? Я на трассе Юрмала-Рига. Веду преследование автомобиля с российскими номерами. Подъедь к ним поближе. Я не могу. Когда я к ним приближаюсь, у меня окна запотевают. Задержи их. Это невозможно. Они очень хитрые. Они включили поворотник направо, а сами повернули налево. Ну все, я их потерял. Они недвижу, они на мосту сбрасывают в реку какого-то человека. О, ужас! Нет, нет, все в порядке, человек в пакете. Тогда стреляй под колесом.
Все в порядок, я пробил все свои колеса и теперь немножечко отстаю. Молодец, я выезжаю. Жду. В большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. А пока добрая половина мужчин, сидящих в этом зале, выясняет, где остановилась эта шикарная пышногрудая брюнетка, я предлагаю вам немножечко отвлечься и спеть караоке. Но всегда оно было на русском языке, а так как мы в Евросоюзе и лучше понимали друг друга, я предлагаю вас спеть на английском. Смотрим и подпеваем. Долго! Румка водки на столе. Снова стою. Yes, now the role, I vision orange tea. You're very talk of it, and your boss makes it near. Hot mouse rock, не shape, не срок. Машинка, фингер, а в иголочку сломал тай. Горки осада, но в сахара много. И все вместе! Арсей бегут, 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 а он и свинит! Сынок, вот ты же хотел увидеть, что такое КВН, да? Собственно, сейчас я тебе и покажу. Вот это зал Дзинтер, малыш. А вот это юрмальская публика. А вот там сидит жюри. А кто это дядя? А это тот дядя, сынок, из-за которого тебе сейчас 5 лет. А могло быть 8, малыш. На-на-на-на-на.